Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, ну мы же, надеюсь, все понимаем, что это вопрос не про параллельный импорт и не про запятые в Гражданском кодексе. У нас вопрос очень простой. Мы в него бьемся об этот вопрос уже больше полутора лет. Что выше? Жизнь наших сограждан? Жизнь наших товарищей, которые сейчас сражаются оружием в руках? Или право собственности? В том числе право собственности, используемое для убийства наших граждан. Это ж не секрет, что огромная часть собственности, которая находится на нашей территории, используется для финансирования убийства наших сограждан. Мы же все знаем, ну, кому интересно, все знают названия корпораций, которые, честно говорят, на весь мир говорят, всю прибыль, заработанную нами в Российской Федерации, мы потратим на поддержку, ну, тут они деликатно говорят, Украины. Понятно, что не гуманитарных проектов на территории Украины. Возникает вопрос, так что для нас выше, как для представителей народа России? Жизнь наших сограждан или прибыль врагов наших сограждан? И когда мы отвечаем, что собственность Запада и прибыль Запада выше, выше жизни граждан Российской Федерации, наверное, с формальной бюрократической точки зрения, это правильно. Но это неправильно с содержательной точки зрения. Что делать с собственностью, которая используется для уничтожения нас? Знаете, коллеги, ответ обтекать неправильный, на мой взгляд. Тем более, что в основном в законе Германии ответ найден. Там сказано, частная собственность священная неприкосновенна, когда она служит обществу. А когда частная собственность противоречит интересам Германии, с их точки зрения, она не священна и не неприкосновенна. И они это используют против нас. Вот эта вот собственность российская нам не нравится, мы ее национализируем. А мы в этой ситуации оказываемся беспомощны. Я уж не говорю, что интеллектуальная собственность во всем мире уже давно выразилась в инструмент злоупотребления монопольным положением. Но когда я говорю, ребята, коллеги, давайте, значит, воспользуемся рекомендацией Павла Дурова о том, что вражескую интеллектуальную собственность в России можно отменять, превратив Россию тем самым в зону свободного технического творчества, знаете, что мне отвечают? Нет, это слишком высокая неопределенность. Давайте лучше применим ядерное оружие. Не краснее, люди говорят. Вот давайте не будем, исходя из бюрократических формальностей, превращать себя в непонятно что. Спасибо.